Привет всем! У всех нас есть увлечения. Мы выбираем свои увлечения по интересам. Как вы уже знаете, я люблю творить и мастерить своими руками. Но на этом мои увлечения не заканчиваются. Еще одно из моих увлечений – это танцы. Но я не могу сказать, что это просто увлечение. На данный момент это часть моей жизни. Я танцую уже 4 года, и мне танцевать очень нравится. Родители мне рассказывали, что когда я научилась разговаривать и ходить, то я сразу же попросила отвезти меня в танцевальный класс. Но в таком возрасте у нас не берут в танцевальный класс. И поэтому я столько напоминала своим родителям о своем желании. Тот день, когда меня отвели в танцевальный класс, я помню и сейчас. На пороге танцевального класса меня встретила моя учительница по хореографии Анна Юрьевна. Но для меня она не просто учительница хореографии. Для меня она вторая мама. И не только для меня. Анна Юрьевна делает для нас интересные постановки танцевальных номеров. И отрывок одного из таких номеров я предлагаю посмотреть. Мы с одной удачей, дети, мы живем легко на свете. В нашей жизни то дело, душу побеждает тело. Рождены мы для любви, а мне просто короли. Счастье не вечно, слава слепа, а короли. И хотя этот танец несложный, с хореографической точки зрения, но нам он очень нравится. Наш коллектив называется Fire Stage, что в переводе означает «горящая сцена». У нас очень дружный и сплоченный коллектив. Старшие девчонки моего коллектива часто ездят на конкурсы. Вот на одном из таких конкурсов участница нашего коллектива заняла 1-е место. И на этом же конкурсе другая девчонка заняла 3-е место. Вот так с одного конкурса они вернулись с 2 призовыми местами. В моем увлечении меня поддерживают мои родители. Они очень любят ходить на все мои концерты и радуются всем моим успехам. А еще моя мама шьет для меня концертные наряды. Одним из таких нарядов и стало вот это платье. 1,5 месяца мама работала над этим платьем. Напишите мне в комментариях, а какие у вас увлечения? Мне будет очень интересно почитать и узнать, чем вы увлекаетесь. Всем пока, до новых встреч!